Привет, братва! Почему-то я думал, что уже обо всем рассказал, обо всем мы поговорили конкретно за эту тачку. Но у меня появилась еще одна тема для съемок. Поэтому сегодня я хочу проверить, сколько максимум можно выжать с этого монстра. Для тех, кто забыл или на канале первый раз, эта тачка 2008 год, переодета в рестайлинг, 6,3 бензин, 525 лошадей, 4,6 до сотки. И во всех интернет-ресурсах написано, что максимальная скорость 250 км в час. Мне интересно, стоит ли здесь ограничитель. Сегодня мы это проверим. Если он не установлен, сколько максимум можно ее разогнать. Друзья, я есть в Инстаграме, там много контента, которого вы не увидите на Ютубе. Влоги, ну и так далее. Поэтому, если вам интересно, подписывайтесь. Я оставляю ссылку в примечании под этим видео. И вот здесь вот ник. К сожалению, ни у нас в городе, ни за его пределами близко нету таких мест. Нету такого отрывка дороги, трассы, где можно было разогнать максимальную скорость. Поэтому мы поедем на трассу Киев-Харьков. Это примерно 30-40 километров от Полтавы в Решетиловку. Первый участок, где мы можем попробовать, так сказать, разогреться, вот он как раз есть. А, и нам уже мешают. По-моему, сейчас у нас получилось. Там сейчас могут измерять скорость, поэтому этот участок мы более-менее проедем спокойно. Но обычно вот там вот стоят. Примерно 4-3,5 километра ровной хорошей дороги, где можно нажать педаль в пол и подержать ее длительное время. Я взял с собой кентов, 2 человека плюс оператор, то есть нас трое. Поставил их примерно через километр. Мы созвонились по конференции, и я отъехал еще дальше. Под Решетиловкой я начал разгоняться, когда пацаны сказали, что дорога более-менее свободна. Но дождаться того момента, что она полностью не загружена, не удалось. Поэтому были моменты, когда приходилось притормаживать. Первый заезд я ехал в комфорт-режиме. Скорость на выходе небольшая получилась. Смотрим.
Если честно, думал, что все получится с первого дубля, но не там-то было. Я поехал на второй круг. В машине никого нету, я сижу один, и в целях безопасности, и с целью того, чтобы пацаны мне говорили, загружена ли трасса, можно ли ехать. Второй заезд был немножко лучше, я поставил в режим спорт, и получилось вот так. Я поехал на выходе, получилось не больше, чем 250 с лишним километров в час. Я решил, что нужно сделать третий, финальный заезд. Режим спорт остается, с пацанами на связи. Трасса еще более загружена, но левая полоса свободна, и я поехал. Нормально. Немножко думал, что будет поярче, но получилось, как получилось, поэтому просто хотелось бы, чтобы участок был более свободный, машин чтобы не было, и ветер такой, знаешь, чувствуется парусность, машину со стороны в сторону водят уже после 230, после 240. Как вы видите, братва, ограничителя нету, скорость 250 км в час. С лишним, с небольшим, но не больше. Я рассчитывал, что будет немножко поинтереснее, но получилось, как получилось. Хотелось бы в будущем еще найти трассу, которая вообще без машин, которая более длинная, и сделать заезд там еще раз. Тачка просто нереально, динамика сумасшедшая. Когда ты едешь с такой скоростью, холод по всему телу, отнимаются и руки, и ноги. И волосы дыбом встают, и потеют руки. В общем, эмоции просто на словах не передать. Она нереальная, она сумасшедшая. Она не едет, она летит. Это самолет. 525 сил. Это самая мощная машина, на которой я когда-либо ездил. Это самая комфортабельная. Я не устаю это повторять. Такое произведение искусства изобрели гении. Иначе сказать не могу. Давайте сделаем выводы. Ограничителя на 250 км в час нету. Так как пишет в интернет-ресурсах, что максимальная скорость 221 кузова, конкретно S63 AMG, 250 км в час. Мы поехали 250 с небольшим, но я уверен, он может больше, он может лучше и может быстрее. Поэтому буду заниматься поисками, если до этого дойдет ровной, хорошей трассы. И будем пробовать вложить стрелку. Все трюки были выполнены профессионалами, поэтому не повторяйте это сами. Большое спасибо, что смотрите меня. Огромнейшей всем удачи и до новых встреч.